Кайтед Даймонд совершенно недвусмысленно нам намекает, кто лучший друг девушек, увлекающихся кайтингом. Принять участие в разработке особенной женской модели кайта конструкторы Айраш пригласили своего прорайдера Бруно Кажия. В 2009 году она завоевала титул чемпионки мира и потом еще 3 года подряд звание вице-чемпионки. И какими особенностями должен обладать кайт для девушек, Бруно знает наверняка. Новая модель Diamond хоть и позаимствовала кое-что от кайта Varialix, все же команде разработчиков пришлось изрядно потрудиться, чтобы в результате получился идеальный женский кайт. В первую очередь девушки легче и слабее парней, поэтому Diamond уравновешен и легок в управлении. Нагрузка, которая передается от кайта на планку, весьма комфортна для девушек. Diamond отлично контролируется и прекрасно работает в краю ветрового окна. Теперь девушкам не нужно изо всех сил упираться доской, чтобы идти круче к ветру и контролировать скорость при сильных порывах ветра. А чтобы девушкам было удобнее регулировать мощность кайта, у новой планки управления укорочен Depower Squat и уменьшена петля Chicken Loop. Теперь не нужно далеко тянуться, достаточно отодвинуть планку максимум на 25 см от себя, и Diamond полностью сбросит всю свою мощность. Вообще, конструкторам пришлось серьезно поработать над геометрией кайта, чтобы в нем ужились 3 противоречащих друг другу качества. И стоит отметить, у них это отлично получилось. Diamond, как и весь модельный ряд Airrush, прекрасно, а главное, стабильно ведет себя в очень широком ветровом диапазоне. Вся мощность кайта контролируется коротким ходом планки управления, которая даже в самый сильный ветер не перегружает изящные женские ручки. Новый женский кайт Diamond получил полный набор фирменных наработок и конструкторских решений, которые делают кайт Airrush высокопрофессиональным оборудованием для получения кайтового удовольствия. Передний баллон поддерживается очень простой стропной системой V3, 3 маленьких надежных ролика и 3 уздечки в виде латинской буквы V. Кажущаяся простота скрывает в себе надежность и многофункциональность. Ролики способны выдержать мощную нагрузку, устойчивы к агрессивному воздействию солнечных лучей и соленой морской воды. Система V3 была немного доработана для кайта Diamond. Как и на всех кайтах Airrush, она обеспечивает очень широкий Depower диапазон, но с относительно коротким ходом планки и пониженной нагрузкой на планке управления. Впрочем, этой нагрузки вполне достаточно, чтобы понимать, где в ветровом окне находится ваш кайт. Еще одна уникальная особенность V3 – кайт сохраняет управляемость, даже если до упора отодвинуть планку. Происходит сброс мощности, но управляющие стропы сохраняют свое натяжение. Кайт теряет мощность, но вы не теряете контроль над своим кайтом. Это полезное свойство пригодится при внезапном усилении ветра или для катания на волнах. Кайт Diamond получил тот же запас прочности, что и все модели Airrush 2015 года. Он сшит из материала высшего качества Technoforce D2 от японского производителя Teijin. Использование прочной и очень легкой ткани с двойным рипстопом в сочетании с технологией Polyload Frame делает кайт Airrush непревзойденными по прочности. И если все же кайт удалось чем-то проткнуть и порвать, потери будут минимальными. Полоски прочной синтетической ткани образуют крепкую решетку по всей поверхности крыла, и разрыв не выйдет за границы ячейки. В этом сезоне накачивать и сдувать кайт Airrush стало еще удобнее и быстрее. Отверстие у нового клапана шире, а у соединительных трубок One Pump системы увеличен диаметр. В общем, новый кайт Diamond построен с учетом особенностей женского кайтбординга и подойдет для девушек с совершенно различными уровнем и стилем катания. Так что, дорогие девушки, уважаемые дамы, фрирайд, фристайл, вейврайдинг, все направления современного кайтбординга становятся более доступны с кайтом, сконструированным специально для вас. С этим кайтом и с профессиональными инструкторами нашей кайт-школы Heaven 7 вы будете чувствовать себя безопасно, комфортно и легко прогрессировать в своем любимом виде спорта.